Марафон комплиментов в Солигорске проходит во второй раз. Его инициировала Оксана Куклицкая, председатель районной организации «Белорусский союз женщин». Задумка интересная. Задолго до реализации проекта участники клубного объединения «Лабиринт» знакомились со своими поэтическими персонажами. Ими стали 12 солигорчанок, которые отличились достижениями в разных сферах. Это многодетные мамы, ветеран Великой Отечественной войны, творческие личности, журналисты, лауреат конкурса красоты. В адрес каждой персональные стихи-комплименты от солигорчанок. Горских поэтесс. В этом году мы уже проводим его по итогам 2020 года. И у нас 12 героинь, о которых мы тоже рассказали в стихах. И то, что рассказ получился тоже эмоциональным, радостным, документальным, почувствовали наши участники. Потому что невозможно сказать, описать эти эмоции, которые затрагивают душу и сердце человека. А вот достучаться до этого позволяет поэзия. Алина Полищук – обладательница титула вице-мисс Минщины в числе участниц марафона комплиментов. В подарок девушке, как и другим участницам, сборник, в который вошло стихотворение, написанное в ее адрес. Я не ожидала этого, очень удивилась. И, ну да, естественно, мне было очень приятно и вообще просто как так получилось, почему именно я, поэтому да, это очень большая благодарность. Было достаточно интересно, я думаю, что такие мероприятия нужно посещать побольше и проводить их побольше. Самая младшая участница проекта – Дарья Лапанович, учащаяся второй солигорской гимназии. Ее голос – гордость учреждения образования. На проект ее пригласили вместе с учителем. В тандеме Дарья и учитель музыки Ирина Осипова работают 2 года. За это время девочка добилась успехов в конкурсах республиканского и международного уровней. Конечно, очень приятно, что Дарью заметили и что она вдохновила нашу поэтессу Нину Семенович сочинить такие прекрасные стихотворные строки про Дарью. И я думаю, что мы будем стараться, будем достойны этих стихов. Огромное спасибо за то, что сочинили про меня стих. Стих просто потрясающий, лучший на свете, который я слышала. Приятный бонус – концертная программа от участников театра поэзии и музыки «Созвучие». Все женщины, приглашенные на мероприятие, были награждены благодарностями председателя районной организации «Белорусский союз женщин». Несмотря на пандемию, у нас сегодня героини пришли, но, естественно, так получилось, что не в полном составе. Я хочу поблагодарить тех людей, которые присутствовали на сегодняшнем празднике, и передать им через эфир. Оставайтесь такими же и совершенствуйте себя еще в лучшем качестве. А качество жизни улучшается. Это эмоции и чувства, которые, я думаю, вы получили на сегодняшнем празднике.